Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка». Этот второй год посвящен женщинам-миссионеркам. Наш рассказ сегодня будет о любви женщины к ее мужу. Заслуживал ли он такой любви, и почему он поступил так, как поступил, на эти вопросы у нас нет ответа. Наш рассказ не о нем, а главным образом о его жене. В первых месяцах 1950 года Эдит Тейлор считала себя самой счастливой женщиной в квартале, в котором находилась ее маленькая квартирка. Ее муж Карл и она были женаты вот уже 23 года, а ее сердце все еще начинало биться с перебоями, когда он входил в комнату. Карл тоже производил впечатление человека, глубоко любящего свою жену. Иногда он даже казался слишком привязанным к ней. Он неохотно отлучался от нее на долгое время, а если это было необходимо, писал ей письма каждый день и несколько открыток в течение дня. Он присылал ей маленькие подарочки отовсюду, где ему приходилось побывать. Часто по вечерам они подолгу сидели в своей квартирке и мечтали о том, как когда-нибудь они купят себе домик, как только сберегут достаточно денег. В феврале 1950 года правительство послало Карла на работу в Окинаву. Там нужен был человек на новом складе. Впервые ему предстояло пробыть несколько месяцев далеко от дома. На этот раз маленьких подарочков не было. Эдит понимала. Он откладывал каждый цент в банк на задаток для дома. Не просила ли она его годами не тратить так много денег на нее, а лучше собирать деньги на дом? Месяцы одиночества тянулись бесконечно, и Эдит казалось, что работа мужа затягивается все дольше и дольше. Каждый раз, когда она уже ожидала его дома, он писал, что должен остаться еще на 3 недели, еще на месяц, только еще на 2 месяца. Когда прошел целый год, Эдит вдруг озарила радостная мысль, почему бы не купить их домик сейчас, пока его нет. Пусть это будет для него приятным сюрпризом, когда он вернется. Она теперь работала на фабрике и клала все свои заработанные деньги в банк. На задаток было достаточно. И она купила уютный домик с массой деревьев вокруг и с прекрасным видом. Письма от Карла приходили все реже и реже. Отсутствие подарков она еще могла понять. Но как могло у него не хватить нескольких центов на почтовую марку? Наконец, после нескольких недель молчания пришло письмо. «Дорогая Эдит, мне бы очень хотелось, чтобы какой-нибудь более милосердный путь был для того, чтобы сообщить тебе, что мы более не женаты». Эдит прошла к дивану и села. Он написал в Мексику и запросил там развод. Бумаги пришли по почте. Женщина, которой он увлекался, живет на Окинаве, она японка, работает уборщицей его квартиры, ей 19 лет. Эдит тогда было 47. Если бы этот рассказ был выдуман, отверженная жена в нем непременно бы ощутила сначала шок, а потом ярость. Она бы воспротивилась бумажному разводу, возненавидела бы своего мужа и его любовницу и мстила бы за свою разбитую жизнь. Но этот рассказ не сочинен, не выдуман. Это истинное происшествие. Здесь описывается то, что в действительности произошло. Эдит Тейлор не возненавидела своего Карла, может быть, потому что любила его так долго, что уже не могла перестать любить его. Она так ясно представляла себе всю картину того, что с ним произошло. Бедная девушка, одинокий мужчина, любящий иногда выпить лишнее, постоянная близость. Тут Эдит сделала героическую попытку погордиться своим мужем. Ведь он не пошел на легкий, позорный поступок, а избрал трудный путь развода, вместо того, чтобы просто воспользоваться молоденькой служанкой. Единственное, что Эдит не могла понять, это что Карл мог разлюбить ее. Она убедила себя в том, что он любит Аико тоже. У них была большая разница в возрасте и происхождении. Не могла же его любовь к ней быть такой,
какую он знал раньше. Она утешала себя этой мыслью и строила вокруг нее свою жизнь. Она написала Карлу и попросила не терять связь с ней и делиться ежедневными мелочами его жизни. Домик она решила продать. Карл так и не узнал об этой покупке. Однажды Карл написал Эдит, что у Аика будет ребенок. Мари родилась в 1951 году, а в 1953 родилась Елена. Эдит послала девочкам подарки и продолжала писать Карлу. Их переписка была откровенной и подробной, как это бывает с людьми, которые хорошо знают и понимают друг друга. Новости сообщались простые, злободневные. У Елены прорезался зуб, английский язык Аика улучшается. Я потерял в весе. Все мысли Эдит были теперь на Окинаве. Вся ее жизнь была там, и она почти не замечала того, что происходило вокруг нее. Она верила, что когда-нибудь Карл возвратится домой. И вдруг пришло ужасное письмо. Карл умирает от рака. Его последние письма были наполнены страхом не за себя, а за судьбу своих малюток. Он копил деньги, чтобы послать их учиться в Америку, но больничные счета поглощали все его сбережения. Что будет с ними? Этот вопрос мучил его. И тут Эдит решила, что ее последним подарком Карлу должно быть спокойствие духа. Она написала ему, что если Аико согласится, она возьмет девочек к себе и будет воспитывать их в своем родном городе. Прошло несколько месяцев после смерти Карла, а Аико не решалась отпустить девочек в Америку. Они составляли ее жизнь. Но что она могла дать им, кроме той жизни, которую сама знала? Жизни бедности, раболепия и отчаяния. В ноябре 1956 года она, наконец, отправила их к дорогой тете Эдит. Эдит знала, что ей в ее возрасте, ей к тому времени исполнилось 54 года, будет трудно быть матерью трехлетней и пятилетней девочек, которые за несколько месяцев после смерти отца забыли английский язык. Но девочки учились быстро, испуганное выражение глаз исчезло, щечки пополнели и порозовели. Эдит впервые за 6 лет спешила домой с работы, и приготовление пищи снова сделалось для нее удовольствием. Грустно бывало только тогда, когда приходили письма от Аико. Она писала: «Дорогая тетя Эдит, как там мои девочки? Не плачут ли мои Мария и Елена?» В ломаном английском языке Эдит улавливала нотки одиночества, с которым сама была так хорошо знакома. Другой ее заботой были деньги. Она наняла женщину, чтобы присматривать за девочками, пока она на работе. Положение матери и кормилицы, вынужденной зарабатывать на жизнь, сделало ее худой и постоянно усталой. Однажды она упала в обморок на фабрике и после этого провела 3 недели в больнице с воспалением легких. Там, на больничной койке, она поняла, что состарится, прежде чем дети вырастут. Она решила, что хотя сделала все, что от нее требовала любовь к Карлу, оставалось еще только одно — привезти в Америку мать девочек Аико. Решать это одно, а исполнять решение — совсем другое дело. Аико имела японское гражданство, а эмигрантская квота для японцев была в несколько лет длиной. Эдит написала в местную газету, рассказала всю свою историю и попросила о помощи. Ее просьбу поместили в газете, началось распространение петиций. Конгресс США принял специальный биль, и в августе 1957 года Аико получила разрешение на въезд в Америку. Когда самолет приземлился на Нью-Йоркском международном аэродроме, Эдит на момент охватил страх. Что если она возненавидит вдруг эту женщину, забравшую у нее мужа? Первым пассажиром, вышедшим из самолета, была женщина настолько маленькая и худенькая, щупленькая, что Эдит приняла ее за ребенка. Она не сходила по трапу, а стояла вверху, крепко держась за перила. Эдит поняла, что если сама она дрожит от страха, то Аико, вероятно, окаменела от паники. Она позвала ее по имени, и Аико прибежала по трапу в ее объятия. И в тот коротенький момент, когда они стояли так близко друг к другу, в сердце Эдит родилась молитва. «Господи, помоги мне полюбить эту женщину как часть Карла, возвратившуюся ко мне». Я молилась, чтобы он возвратился, и он вернулся ко мне в лице его девочек и этой хрупкой женщины, которую он полюбил.
Помоги мне проникнуться этим сознанием. Прошло несколько лет с тех пор, как Аико поселилась в уютной квартирке Эдит. Девочки выросли, Мари прекрасно учится, а у Елены проявился талант к балету, и ее приняли в бостонскую балетную школу. Тетя Эдит их вторая мама. Аико прекрасно говорит по-английски и готовится посетить своих родственников в Японии. Недавно Эдит написала газету, в которую она поместила свою просьбу. «Хотя Бог забрал у меня одного горячо любимого человека. Он послал мне троих, которых я могу любить. Я так благодарна ему за это». Помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за этот рассказ. Господи, какой дивный пример самоотверженной, неэгоистичной любви к мужу, а потом к его детям. Господи, пусть эта женщина послужит примером многим женщинам, которые, бывает, попадают в такое же положение, когда трудно не то что любить, трудно забыть, трудно простить, трудно не ненавидеть. Господи, помоги, таких людей много. Да коснется эта история многих сердец, и многие поймут, что можно в Тебе любить так, как любила эта женщина. Аминь.